В Иванове провели фестиваль боевых искусств, посвященный памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебных обязанностей. Мероприятие уже традиционное, его провели в четвертый раз. Участниками турнира стали более 200 спортсменов из Ивановской и Ярославской областей. Они показали свое мастерство в спортивной борьбе панкратион и киокусинкай карате. Помимо медалей за призовые места, некоторые спортсмены получили специальные призы, учрежденные Росгвардией, Советом ветеранов Ивановской области. Обстановка была, ребят, которые приехали, тренера, очень дружеская такая, спокойная, да. Этот турнир вот именно он, памятный. И ребят там хорошо выложились, очень маленькие ребята, потому что мы вот, я, допустим, не наставлял ребят, которые у меня в сборной, они не выступали, потому что они приехали, представляете, нагрузка, три турнира подряд в сборнике, вообще они, никакие, они судили как раз.